Рада загораться. Теперь Данило Николич возвращает тон по загород. Стот набирает скорость. Проход под кольцо. Попытка блокшота от Вадима Ступеда не увидит. Ищет адресат для передач. Находит Рада загораться. Дальше скидка на Николича. И потеря на ровном месте. Близнюк набирает скорость. И два очка все-таки оказывается в кольце соперника. Безидейная была здесь атака. Можно было бы еще сделать несколько передач и затем уже атаковать. Николич упирается Бенджамина Павла Дуду. Ведь реализацию штрафных бросков от Брэндона Гарда, учитывая то, что в среднем показатель у него 68. И снова потерял Данила Коско. Теперь Рада Загорец постарался. И два очка. Фол был не в момент броска. Да, подтолкнули. И поэтому атака Минска продолжится. Шливанчанин, но есть первая все-таки треха. Мой матч драматичнейшей концовки. Пермский клуб одерживает важнейшую победу. Евгений Минченко тем временем из-под кольца набирает два очка. Получится атака Минска. Мороз. Передача. И Микульский два очка из-под кольца. И команд группы «Б», где выясняют отношения Минск и Автодор. Два очка попадает Владислав Микульский, как раз фиксирует. Очень долго, на протяжении 10 секунд, никак не может Брейс найти адресат для передачи. 4, остается на владение. Патович попадает под блокшот от пожалуй, это не Брэндон Гаррет был, это Брэндон Гаррет. Да, все верно. 15 номер саратовского Автодора. Значительное владение в этой четверти остается за нами. Никуда торопиться не надо. Кто же будет закрывать эту четверть? Бенджамин Павел Дуду. Такая же попытка туда. 22-19. Минск впереди после стартовой 10-минутки. Мы отправляемся на небольшую паузу. Минском, и у них есть преимущество нарастить еще больше разницу в счете. Отличный пик-н-ролл. Зак Смит не стал заносить сверху, зато нашел контакт. Но в целом по ходу матча у них могут случаться провальные отрезки, которые приводят к тому, что всего лишь одну победу на данный момент они одержали. Что творит? Сокращается Бенджамин Павел Додон на Владислава Близнюка. Тот обыгрывает Евгения Колесникова. Скидка на Зака Смита. 5 очков подряд набирает центровой. Красиво и ярко. И радовать болельщиков, которые пришли либо на трибуны, либо примкнули к экранам своих телевизоров. Евгений Колесников 3 и еще шливанчанин. Пройти в трехсекундную зону ему не позволяет. Бенджамин Павел Дуду отлично раскидывает мяч на дуге. Владислав Близнюк. 11 беда и все заканчивается пробежкой. Ответ от Автодора. Ньюман на Менченко. Отличное взаимодействие. Рада Загородская. Данила Николич, прошу прощения. Конечно же, это Данила Николич. Его концовка. Данк с двух рук. И минус один у саратовского клуба. Тайм-аут вынужден брать Ростислав Вергун, даже несмотря на то, что его команда впереди. Еще раз мы смотрим. Трехходовочка. Ньюма на Минченко. Дальше на Данила Николича. И все завершается. Но раньше был уже дан свисток арбитра. Ступеда на Владислава Близнюка. Кураж ловит Близнюк. Четвертый. Отбор на чужом щите. И таким образом два очка в копилку Автодора принес. Классное взаимодействие. Какой танк от Вадима Ступеда. Сина Микульского. Снова Брейзи с мячом. Снова Вадим Ступеда. Дальше на Тростенецкого. Отличное движение мяча. Микульский на Дукуана Брейси и попадает под блокшот Брейси от Данила Николича. Но, тем не менее, время на атаку еще оскорится. Но вместо этого следует передача на Близнюка. Микульский разворачивается со средней, атакует и попадает. Владислав Микульский работает на подборе. И у него также неуспешно завершается бросок. На встречных куртах пошла игра. Близнюк самоответ. Кульский, Бенджамин, Павел Дуду. Такое сочетание у игроков белорусского клуба. Что касается Автодора, Арман Петенев, Брэндон Гаррет. Тоже мало что получалось. Вообще выпадает из игры Малик Ньюман. Алексей Тростенецкий. Капитанское, командное, важнейшее попадание, которое еще больше увели встречи. И о том матче, когда Минск набрал всего лишь 36 в игре с Енисеем, давно все позабыли. Блокшот от Зака. 7-50. Команда Фалома 1-1 у Минска и Автодора. Счет 37-50
3. Брэндон Гаррет против Зака Смита. Полукрюк очень важный. И пас на Брейси. Против него Брэндон Гаррет. Разворот и 2 очка. Причем это первые 2 очка в этой встрече. Всего лишь набирать не нужно. Шливанчанин ищет возможность сделать адреса для передачи, но он находит все-таки бросок. Развернулся вправо, развернулся Колесников. Первым работает на подборе. Дальше Брэндон Гаррет с лицом находится к кольцу, спиной к сопернику Дакуан Брейси. И все заканчивается тем, что Минск завладевает мячом, отправляется в быструю атаку. Становится у Николича. Брейси, перехват. Ньюман может набрать свое 4-е очко. И есть, да, перехват осуществил лидер саратовского «Автодора». Дожидается Ньюмана. Тут же ставит заслон Гаррет. Обратный пас ему не последовал. Ньюман на кроссовере. И разыгрываться. 4-й номер гостей. Близнюк пропал в 3-й четверти. Алексей Тростенецкий, капитан. 19 очков. Микульский приближается как раз к Близнюку по результативности. Владислав абсолютно точно проводит свой луч. Преимущество составляет плюс 17 очков. Минчан и владение за «Автодором». Колесника берет дистанцию. Передача на Малика Ньюмана. 3 встречи. Большое количество промахов до этого совершил. Если быть точным, 5 раз атаковал. Из дуги Ньюман не точно, но здесь Зак Смит с мясом колотит сверху. В одиночестве в 3-секундной зоне. Никого рядом с ним и в помине не было. Поэтому легкие 2 очка. Передача от Дакуана Брейси. Игроки «Автодора» наблюдают за тем, как взлетают над их кольцом. Правда, быстро. Его центрового Ростислав Вергун. Он обязательно пригодится. У Ступеды, я напомню, 4 фала. И следующее нарушение правил может быть для него... Не может быть, а точно будет для него... Прекрасно провел первую половину встречи. Во второй не виден он, не заметен. Отмечаем мы тот факт. Евгений Колесников из-за дуги еще в средней. Не точно. Сбился прицел. Действительно, во второй половине матча у 77-го номера Загород против Микульского. 1-1 обыгрывает. Минска, когда на скорости, то есть преимущество у хозяев. Но вот сейчас в позиционном нападении довольно-таки сложно на Дакуан Брейси. Ньюману уже прямо сейчас. И «Автодор» бросается в атаку. Ньюман заряжает из-за дуги. С дальними попытками есть трудности. Быстрый прорыв сверху. Близки к тому, чтобы принести Минску эту важнейшую, нужную победу в этом сезоне. Прервать эту неудачную серию. Белорусской команде 5 с небольшим минут. Потеря Колесников. Рвется кольцо соперника Зак Смит. Минска. Брейси лезет под кольцо. Не попадает. Зак Смит забирает подбор на чужом щите. Все эти сейчас подборы играют на руку. Бенджамин Павел Дуду. 3+1. Пожалуй, это попадание за 3 минуты и 32 секунды может похоронить «Автодор». Такой бросок. Бенджамин Павел Дуду, казалось, значимое, вне зависимости какой это на сезон. Дальше был антирекорд, когда они набрали против Енисея 36. В ноябре Минск побеждал. Сейчас на календаре марта. Дакуан Брейси в этом проходе еще больше приближает коллектив. Разгромная победа белорусской команды над саратовским «Автодором». Никульский попадает в блокшот от Рады Загород. Очередная проверка для нашей команды на прочность. Минск — команда, которая всегда борется до конца. Что, собственно говоря, сегодня Минск и подтверждает. Еще 2 очка. Роли это уже не сыграет. Исторический момент. 81-65. Команда Минск прерывает серию из 18 поражений.